продолжается сезон дождей в Крыму. На дорогах просто реки. Сумасшедшая пробка. Этого всего такая огромная пробка. Всем привет! Сегодня никакой сюжетной линии совершенно не будет у меня в ролике. Просто такой небольшой, знаете, ролик. Констатация фактов. Коротко о погоде в Крыму. Буквально уже целую неделю вот такая вот прохладная, даже холодная погода. Люди ходят в куртках, дует сильный ветер. Посмотрите, что происходит. Даже никто не гуляет. Мы так вышли просто пройтись по берегу моря и показать вам, какая погода. Идут дожди. Прям заливают. Уже, кстати, смотрите, поставили топчанчики на пляже. Уже все зонтики поодевали. Ну как, видите, да, уже все для солнышка подготовили. Но солнышка нет, к сожалению. И очень много уже отдыхающих, но они все сидят по домам и не выходят даже на эту такую прохладную, штормящую погоду. Вот такая вот у нас, ребята, погодка в Крыму. Коротко об этом. Пишите в комментариях, как у вас погода. У нас холодно. А идем. Дай людям показать. Дочь говорит, пойдем, холодно, пойдем. Вот, смотрите, топчанчики все покрашены аккуратненько. Сеточка наверху. Тут тоже все с сеточкой наверху. Для загара все готово. От загара точнее. Подводят воду. Сейчас подключат душевые. Душевые еще не готовы, но появятся скоро. Вот тут плиточки, все как положено. Да, дядя сидит, читает, да? Везде стоят уже спасательные вышки. Кто-то загорает на мальчике. Кстати, бунгало будет работать в этом году. Удивительно, но будет. Вот сейчас его делают. Как нанесло сюда песка много, сдувает ветром песок в сторону. Лагуна еще пустая, но уже тоже готова. Вообще тут, в принципе, все пустое еще. Я напоминаю, друзья, 3 июня, лето в разгаре. Такая вот у нас штормовая практически погода, необычная. И людей, конечно же, практически мы не видим. Вот виноград работает, вино продают. В общем, как-то холодно. Вот-вот зацветут юки, скоро будет красота. Уже они стоят такие, смотрите, наготове. Наготове. Вот-вот-вот они появятся. Мегабари какой-то, смотрите, появился. Было Айо, а теперь мегабари. А, нет, Айо вот рядом и есть. Это второй, я извиняюсь. Чуть не ошибся.
В общем, все готовится к запуску. Аттракционы детские, все как положено. Вот еще кафе-веранда. Ну, следующее кафе не вижу смысла представлять. Все его и так знают. Авокадо, пицца, все дела, роллы и так далее. Так, фонтан как был облезший, так и остался. Вот он весь пооблизал, его вроде как открыли, но он не работает пока что. Грязь, грязь, грязь. Сердце так и не сделали. Администрация, займитесь этим вопросом, ну, некрасиво же. Неужели трудно заказать? Машинки, как всегда, аттракционы, все нормально, все хорошо. Пробегусь по парку тут немножко, по самому, по зеленому парку. Смотрите, такая акация интересная стоит, вся в цветах, в цветочках. Вертолет ДПС. Классная карусель, да? Нужно пожать, с тобой нету, да? Нету, да, такой нету. Нужно купить такую карусель. Остальное я сама не могу. Смотрите, сколько этих цветочков. Аж бедные упали вон ветки. Я помню, в детстве мы их рвали, со школы возвращались, когда я их кушал. Они такие сладенькие, знаете. Напишите в комментариях, вы когда-нибудь пробовали акацию кушать? Как шумит море, ты слышишь? Да. Вообще шум стоит, прям сильный такой. Вы видели, ребят, в чем ходят люди? В куртках зимних. Лето, 3 июня, вот такая у нас погода. Это был Роман и канал Крым Онлайн. Я сегодня был Черноморском, тут буквально проездом, и решил вам показать, что происходит в этот момент на пляже, так сказать, в самом поселке Черноморское, на центральном пляже. Вы, как видите, все как бы все готово к отдыху, но никого нет, просто никого нет. Пустота, пляжи пустые, штормовая погода. Ну, в общем, вот такая вот у нас сегодня погодка в Крыму. Холодно, дождь идет постоянно. Сейчас вот моросит, я снимаю, пока его нет, чтобы было без дождичка, скажем так. В общем, ребят, сильные волны, штормящее море. Вот такой вот он летний отдых в Крыму. Все. Всем удачи, всем пока-пока. До встречи на канале. С вами был Роман.